Всем привет. Сзади меня Никольская церковь. Если она сейчас открыта, то мы попробуем сейчас по ней пройти, посмотреть. Крестов на ней нету, но на окнах стоят решетки. Ну вот, мы с вами побывали в церкви. Видите, местные жители ее поддерживают. Вот. Хотя, на самом деле, она в аварийном состоянии, потому что вот трещина очень большая. Оттуда все сыпется.
Ну, тоже, наверное, 17 век, не раньше. Так что, вот так вот. И деревушечка стоит, такая неприметная.